Спасибо. Вы еще не спите, нет? Какие вы бессонные. Да я вот тоже не сплю. Эва! О! Вот так видно, да? Владимир Щукин, ансамбль «Нечаянная радость». Того, что иной не видал.
Качался в туманном лесу. На большой деревянной качели и высокие темные ели вспоминаю в туманном бреду. Только детские книги читать, только детские думы просим вашей помощи. И деревянной, без претензий льгот, так без газа, без ванны, добрый филе живет. Эй! Филя любит скотину, любую еду. Филя ходит в долину, Филя дует в дуду. Эй! Даже нечего крыть. Филя, что молчаливый? О чем говорить? Эй! Я запомнил, как диво тот лесной хуторок, задремавший счастливо меж звериных дорог. Там в избе деревянной без претензий льгот, так без газа, без ванны добрый Филя живет. Эй! Что у нас есть ладошки, немножко нам поможет. Та-да-дай, 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 там. Спасибо. Та-да-дай, там. Поклон
солнце играл на скрипице летний сон. Золотистым кругом света и тепла над зеленым лугом музыка плыла. Музыка звучала и забыв дела, головой качала пышная пчела. Кузнечик маленький на скрипице играл, будто всем погодцочке счастье раздавал. Не кричал, не плакал, слов не говорил, по зеленой скрипице травиночки ходил. Спасибо. А сегодня мы будем в 16:30 выступать на Тольяттинской сцене. Милости просим. Спасибо.